Снова всем привет! С вами Татьяна и мой канал Вязание с Татьяной. Сегодня я хочу кратенький обзор провести на пряжу французского производителя Шерри. По составу, как это ни странно, 100% акрил. Но хочу рассказать о его преимуществах вообще, какой он на самом деле есть очень приятный. Видимо, производитель хороший и, соответственно, пряжа у него тоже хорошая. Значит, начнем с того, что моточки у этого производителя достаточно маленькие. 25 грамм в моточке. 25 грамм, 40 метров всего на 25 грамм. Цвет 0,3. Да, значит, рекомендована машина или ручная стирка. По плотности нити, ну, такая ниточка. Можно вязать на 3,5 миллиметра. Да, в принципе, я на таких спицах и вязала на 3,5. Знаете, в чем самое главное его преимущество перед акрилами, несмотря на то, что он акрил? Что когда его берешь в руки, он не скрипит. У него на ощупь нет вот этих акрильных скрипов. То есть он очень тоже мягкий, хороший, не колючий и не скрипучий. И вот из данной пряжи я связала несколько шапок. Как бы это ни странно не звучало, потому что он очень приятный. На одну шапочку у меня вышло порядка 5 моточков. Да, в одну ниточку я вязала шапку где-то 5 мотков, а в две ниточки я вязала, соответственно, у меня где-то ушло 10 моточков. Стоит он вообще недорого, порядка 10 рублей за один моток, то есть совсем дешево. Покупаю сразу оптом. Расцветку производителя Шерри там где-то в районе 10. Вот этот цвет 0,3. Сейчас я вам покажу свои вещи, которые я из него вязала. Первая шапочка вот такая. Цвет, правда, другой, не розовый, а серенькая. Вот. Она связана в одну ниточку косами. Это я вязала дочке на весну. Смотрите, не колется, не тянется, не растягивается, не вытягивается, хорошо держит форму. Аллерген, гипоаллергенный. Естественно, аллергии никакой от него нет. И чесать лоб желания не возникает в процессе носки. Видите, какой он мягкий, пушистый. Увидите такую пряжу, берите. Несмотря на то, что состав у этой пряжи акрил. Вот, смотрите, красота. Вообще мягкая, даже не скажешь, что это по ощущениям, ну, вообще по составу пряжи из акрила. Так, это одна шапочка. Сейчас я вам покажу шапочку из розового цвета, связанная вот как раз этими моточками. В две нити я ее вязала, это на зиму. Вот, она такая плотная, тугая. Видите, какой рисуночек, 4 косы. Резиночка высокая, с высокой резинкой. Пряжа неплохая, особенно учитывая, зная, что у нее состав акрил. Пряжа Шерри, производитель французский. Очень даже достойная пряжа для вязания шапок. Вот смотрите. Так что увидите, берите. Оно того стоит. Хотя бы одну шапочку можно иметь в своем гардеробе из такой пряжи. Расцветок тоже, вот я повторюсь, у него где-то в районе 10 цветов. То есть от темных до светлых можно брать. Это достаточно плотная вязка получается, две ниточки связанные. Нигде не едет, не тянет, не жмет ничего. Так что подписывайтесь на мой канал. Всем пока!